Здравствуйте, ребята. Я сегодня необычный ролик хочу снять. У нас здесь, как вы знаете, сейчас коронавирус идет. Я курей не держал. Ну, дома сказали, за продуктами, чем меньше будем ходить в магазин, тем лучше. Ну, приобрел кур. Вот эти ливинские, вот эта курочка, а и вот этот петух. Наш брат голубевод, природу любит, раз за голубями ухаживаем и за курами можем присмотреть. Вот за эти ливинские я заплатил 2500 рублей, 6-месячные были. Ну, характеристика у них такой, что они зимоустойчивые. Ну, какая зима у нас? 3 дня снег лежал, и то растаял. Но все-таки, вот эти курицы, остальные, это от моих. Вот здесь всех я сам в инкубаторе яйца положил, вывел, и внучка ухаживала. Здесь у каждой курицы свое имя имеется. Вот этот черный, например, одноглазный, его зовут Пират. Это я точно знаю. И вот этот утенок, я однажды, когда он маленький был, ролик снимал, как он танцевал. Я, знаете, почему эти куры сейчас в данный момент снимаю? Наши ребята те голубей держат. Я знаю, что 50% и рыбалку любят, и охоту любят, и канареек держат, и рыб держат. Параллельно с голубями. Потому что, когда человек родился, да, если у него преклонность есть к разным вещам, он всегда будет... Если у него возможность, если кур будет держать. Ну, сейчас в корпусах это невозможно, но собственный дом ребята держат. Потому что она натуральная, здесь все, сам кормишь, сам выхаживаешь. Но у него свои эти есть, азарт есть свой. Есть же люди, которые серьезно ими занимаются. И бойцовых держат, и породистых кур держат. Там разные линии, разные породы есть этих кур. Просто я, мне хвалили вот этих кур. Вот эта курочка каждый день яйцо ложит. Зима, холодно. Ну, все-таки люди, когда говорят, что они яйценосные, они такими оказались. А мои вот сейчас недавно начали. Чуть теплее стало. Сегодня 1 февраля. Я хотел просто показать, чем я занимаюсь дома, у себя. Коронавирус нам, понимаете, заставляет дома сидеть. А дома сидеть, ничем не заниматься, тоже плохо. Вот я просто от души хотел показать. Там кто-то напишет сейчас: голубей, у тебя канал про голубей, причем курицы, но среди этих людей есть такие ребята, которым интересно, чем я занимаюсь, что я делаю. Кроме того, что держу голубей. Это все затеяла внучка у меня, я поддержал. Как я и сказал, здесь у всех свои имена есть. Я даже не знаю, эта внучка занимается. Маленькая она, в 1-м классе учится.
часто на улице не выходим. И вот каждая курица — это друзья моей внучки. Ну что, я выпущу голубей и покажу моих голубей. Дальше будем снимать голубей. Ребята, вот здесь поясатая птица, все самки. Перед племенным разведением я всегда вот, вот так выпускаю. После того, как они в вольере сидели, им надо чуть-чуть по двору походить, там поклевать то, что им надо. Я минералки снимал, я всегда даю нормальные минералки, но на воздухе, в природе я их тоже отпускаю. От этого хуже не будет, наоборот, лучше. И вот поясатая птица, все самки, потому что я, им надо яйца положить, и чтобы набрали все для этого, кальций, чтобы набрали. Погуляли на солнышке, побили. Вот этих снимем, потом я говорю, только поясатая птица здесь, самки, а самцов потом снимем. Ну, сегодня, после того, как я этих сниму, потом самцов сниму тоже. После зимы, когда солнышко светит, приятно во двор посидеть с голубями. Тепло. Каждый человек весне любит.
Сейчас покажу, ребята, самцов. Сейчас уже начну я их паровать, и начнется племенное разведение. Всем пока, до свидания, будьте здоровыми.